Из-за рыбы дна не видно.
он. Как-то я не уверен, что твоего брата правда заколдовал гоблин. Лови, лови! Эх ты, растяпа! Мой брат так и плавает в пруду! Я дам тебе поесть, Уолтер! Червяков! Здесь можно наловить вдоволь рыбы. Хватит. А вот и не хватит, дубина. Не обзывайся. Дубина, дубина. Твой брат неплохо выглядит. Для рыбы. Мы думали, будет весело, если кто-то другой порыбачит вместо нас. Обдурили, значит. Получилось ведь? Если не злишься, оставь рыбу нам. На рынке нам дадут за нее сладости. Уолтер! Рыба наша! Спасибо! Лети. Если меня узнают, будет плохо. Тебе не смешно!
понял? Where is Hector? Where is the friend? They know that his fate and wisdom on them. Покажи, что там впереди. Что вы делаете? Сюда идут воины Идвин. Мы хотим напасть на них. Бог любит меня! Ну что ж, бухгалтер! Спасибо, странник. Без тебя бы не справились.
Что ты видишь, Сюнин? Нападут, как только увидят. Покажи мне. Ядрик просил меня помогать вам, чем смогу. На нас нап... Мы будем благодарны за любую помощь.
здесь мне точно не рады. Осмотрись вокруг. У старой пристани. Вот и лагерь. Умрешь быстро. Смотри, Сюнин. Как нам расположить ее к себе? Если зачем пришли, или будем говорить намеками? А вот и Эйвор. А, ты как раз вовремя. Божья женщина Фулки здесь. Ее держат в монастыре святого Альбана. Прямо за поворотом. Время пришло, Эйвор. Совсем скоро все изменится. Я бы порадовался за тебя, если бы знал, кто она и зачем нам нужна. Я достаточно рассказал. Сейчас пора действовать. Ты не сказал ничего. И ждешь слепого доверия. Я хочу говорить с ней. Я твой ярл. Этого вполне достаточно. Зачем? Хочешь, чтобы она превратила Идвин в угля? Фулки не единственная наша цель, Эйвор. В монастыре целая гора сокровищ. Все не пересчитать. Я уже обыскал монастырь от Нефа до Крипты и вынес оттуда все сокровища. Пленников я не видел. Она там. Я уверен. И эта женщина ценнее всех богатств. Эйвор, было время, когда ты шел за мной, не задумываясь. Ведь мы доверяли друг другу. И ты знал, что я никогда тебя не подведу. Не стану без нужды рисковать нашими жизнями. Почему ты больше не видишь во мне того, кого видел раньше? Своего брата, свою семью. Сигурд, ты знаешь, что я никогда не предам твое доверие. Я пойду за тобой. Но эта охота не может длиться вечно. Гедрик рассчитывает на нас. Разумеется. И мы не подведем. Пошли. Ты уверен, что не видел в монастыре ничего важного? Крипту? Пленников? Не помню ни того, ни другого. Что видишь, Сюнин?
Что известно? Что известно об этой женщине? Мало что. Вроде искательница приключений. Тен назвал ее еретичкой. Тем лучше для нас. Она хотя бы точно знает, чего хочет. Завидный оптимизм, брат. Нужно накинуть капюшон. Yeah!
message from the Doctor Sakir. Смел войти в это святилище? В пещеру, пропахшую мочой и слезами? Как ты смеешь? Нам нужна Фулки. Она больше не будет вас истязать. Это безумное? Самозарожденный дух прислал ангела, чтобы забрать меня. Открывай дверь. Ее должны наказать за ересь, но не даны, не магометане, а истинные христиане. Монах. Наши руки в крови ваших стражников.
Неужели твоему богу так нужны мученики, что ты готов к ним присоединиться? Разумный вопрос. Я должен помолиться. Господь велит мне привечать всех. Что ж, вот ключ. Возьми. И уходите оба, ты и твой странный друг. Хвала тебе, хранитель сокровищницы света, за шанс на спасение. Тебя прислали ангелы Сокласа? Или самозарожденный? У меня нет ответа. Это тебя зовут Фулки? В этом мире я Фулки. Скромная искательница истинной сути самозарожденного. И ты собираешь артефакты? Собираю орудия детей Сокласа Глупца. И у меня много диковинок. А есть ли среди них гладкий камень с необычными знаками? Как любопытно. Ряса и капюшон скрывают смуглую кожу, а этот дьявольский клинок... Нам нельзя медлить, скоро здесь будут воины. За монастырем есть стойло, там мы сможем спокойно поговорить. Веди нас. Идем. Недели три, может, месяц. Из-за твоей ереси? Да, именно. За свою жизнь мне удалось собрать множество ценнейших предметов, созданных рукой ложного бога Демиурга, которому поклоняются эти дурни в рясах. Я находила эти реликвии по всей Германии и в земле франков. И в Англии тоже. Леди Идвин считает их святотатственными, но ее ум затуманен. Этим предметам нет цены. Можно ли взглянуть на них? Если хочешь знать правду о своем происхождении, ты узнаешь ее сегодня. Хватит с меня тайн, Сигурд! Фулки хранит предметы огромной ценности. Один из них может раскрыть мою сущность. Твою сущность? Ты говорил это для дела, для победы над Идвин! Знать, что ты потомок древних богов, уже победа. Я получил бы власть над этими землями. Потомок богов? Брат, во имя Глаза Одина, что ты несешь? Фулки, говорят, у тебя есть камень со странными символами и изображением древа. Это правда. Он зовется Камнем Сак. В эти земли его привез Дан по имени Рагнар Ладброк. Он при тебе? Это жемчужина моего собрания реликвий. Ты продашь этот камень, чтобы заключить союз? Нанять воинов? Или ты просто хочешь потешить свое самолюбие? Пожалуй, подожду, пока вы трое придете к согласию. Ждать ни к чему. Мы хотели бы взглянуть на камень и прочесть руны на нем. Никому не под силу их прочесть. Язык неизвестен и, вероятно, давно забыт. В таком случае ты ничего не теряешь. Это верно. Спасибо тебе. О, самозарожденный, что прислал этих троих мне на выручку. Шепот богов тут ни при чем, Фулки. Я пришел сам. Ты пришла по моему зову, Эйвор. Я говорю от их имени. Брат, у меня уже голова пошла кругом. А меня, между тем, ты все больше и больше интригуешь. Камень Сак спрятан. Его оберегает мой помощник. Отправимся прямо сейчас.
Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Идем. Отнесись к камню без предубеждений, Эйвор. Он может заинтересовать тебя больше, чем ты думаешь. Держись рядом, Эйвор. Чем тебя так очаровал этот камень, Фулке? Камень, Сак. Продолжим. Камень, Сак, принадлежал древнему народу, поколению младших богов. Как и прочие вещи, что я собираю для своей церкви. В заточении ты молилась Иисусу Христу. Ты не принадлежишь к римской церкви, как саксы? Саксы верят в Христа Спасителя. Он учитель, хранитель тайных знаний. Поэтому Идвин тебя ненавидит. За твои взгляды? Христиане вроде нее и Альфреда верят, что Христос сошел на землю, чтобы смыть наши грехи. Римская церковь поверила лжи Сокласа или Элдобаофа Демиурга с множеством имен малого бога. Сокласы, подобные ему, были мудры, но забыли истинного бога, самозрожденного, хранителя сокровищницы света. Вот поэтому Идвин и приказала меня схватить. То, что она называет ересью, есть истинный порядок вещей. Это странная сага, Фулке. Да, и до конца еще далеко. Смотрите оба, за нами наблюдают. Лучше приготовьтесь. Местные явно не рады нас видеть. Это глаза и уши Игби.
почти на месте. Что там за башня? Руины римского прошлого Англии. Мой помощник узнал, что башня заброшена. И укрылся там, когда епископ изгнал его из-за той же истины, что стоило мне свободы. Бывший священник? Вовсе не бывший. Епископы Англии малодушны. Они сбились с пути и не могут осознать нашу истину. Это Пол, твой помощник? Мой дорогой друг. Достанешь ты един с истинным Богом в сокровищнице света. Твой друг поплатился за свою верность. Я думаю, он защищал камень. Это люди Идвин. Они убили брата Пола и забрали мой камень. Ты все время сомневался, вечно мне перечил. Ты задержал нас, и я упустил свой шанс. Терпение, брат. Мы найдем камень, где бы он ни был. К добру или к худу, ты получишь свой ответ. Я уже знаю ответ, Эйвор. Он был в моих видениях. Я уверен. Тише, вы оба. Слышите? Воины, это Идвин. Как посмели вы, даны, поганить мои земли? Нет, Эйвор, сперва поговорим. Леди Идвин, из этой башни взяли камень. На нем были руны и некое дерево. Ты знаешь о нем? Да. Одна из этих еретических побрякушек. Вы что, пришли за ней? Мы предлагаем обмен. Камень на мирный договор. Что ты говоришь? Мы дали Гедрику слово. Верни камень. И мы уйдем из этих земель и не вернемся. Ладно, но вы принесете мне голову Гедрика. Камень почти у нас в руках. Мы должны сдержать слово. Брат. Ну, вы согласны? Мы согласны. И я. Я против! Эйвор! Нет! Убейте всех! Всех до одного! Эйвор, ты не в себе? Идвин бежит. У нас был шанс! Ты за все ответишь, Эйвор! Я этого не слышу! Вперед, братья! Поверьте!
Ты думал? У нас была возможность вернуть камень, не проливая кровь. Я не предам Гедрика. Это не тебе решать. Мое слово принадлежит мне, и оно крепче железа. Клятва Ярлу важнее. Сигурд не только твой брат, но и твой Ярл. Ладно, Басим. Мы еще поговорим об этом. Мы можем сдержать клятву и вернуть камень вместе. Идвин укрылась в замке. Нужен камень? Он ждет тебя там. Жалкой армии Гедрика этот замок не взять. Можно было бы вернуть камень, а потом начать осаду. Таков был наш замысел, Эйвор. Я не собирался предавать Гедрика. Таков был замысел? Но ты заставил меня гадать, в чем цель твоих безумных поступков. Я не могу доверить тебе все. Тебя одолевают страсти. Я это знаю. И мой отец знал. И твой отец знал. Можешь сидеть и стенать, брат. Мне нужно сдержать слово. И я это сделаю. Ты себя переоцениваешь, Эйвор. Мудрость Одина тебе недоступна. Идем, Басим. Ваши с братом ссоры – то еще зрелище. Вы всегда так горячитесь в спорах? Всю жизнь мы были близки, как родные братья. Всегда знали мысли друг друга. До сегодня. Время насмехается над всеми. Ты славно сражалась, Фулке. Хочешь пойти в бой со мной? Чтобы отнять у Идвин власть над Широм? Еще бы. Гедрик поручил мне лишить ее припасов. Ты случайно не знаешь, где именно она их берет? В Итенберне. К востоку от Оксенфорда. И к югу от Руинвли. Охотно продают ее людям все, что нужно. Жди там, я скоро буду. Сигурд, брат. Ты во власти бури, которую устроил сам. Оборона Идвин уже не так крепка. Можно сделать ее еще слабее. Оборона Идвин ослаблена. Осталось напасть на ее воинов. Мой последний шаг перед битвой.